подумала, что... Ну, сегодня Николаевна рабочая. Юрий Анатольевич, не заставляйте клиентам ждать свои вещи. Да, Анатольевич, не заставляй клиентов. Добро пожаловать в семью Хилтон. Так вот. Ну все, приехали. Вроде это... Вроде приехали. Говорю, уже это... А поговори еще за кого-то в тюрьме. Ты что, напоминание в телефоне стоит? Ты же второй час просто решаешь. А что, ну, вон, корпоративный фрукт. Я должна присоединиться? Конечно. Ах, вот не я же. Меня Валюха в город за моющими послала. В цьому ринку відпрацьована концепція розбудови мережі оптових ринків України. Ви можете побачити, що було проміжний етап і нові, які будуються термінали. Тут, можливо, і київський ринок кращий.